22 и 23 мая в городском саду города Твери с 11 до 16 пройдет фестиваль благотворительности и волонтерства «Площадь добра». Он будет организован Фондом городского развития «Фонд Твери». На «Площади добра» свою деятельность представит руководитель регионального штаба «Мы вместе» Юлия Саранова, Тверское отделение Красного Креста, благотворительный фонд «Константа», региональная федерация спортивного туризма, волонтерская рота, инициативная группа по защите животных и другие организации. Гости фестиваля смогут принять участие в благотворительных акциях по сбору помощи для жителей, чье имущество пострадало в результате бытовых пожаров. Кроме того, пройдут квесты и мастер-классы, будет работать фуд-корт, площадки от некоммерческих организаций города и выставка социальных проектов. В программе мероприятия различные виды развлечений. Это музыка, танцы, фотозоны, различные мастер-классы, лотереи, квесты. Ну и самое главное, конечно, это благотворительность. Ведь каждый желающий сможет записаться в ряды волонтеров, оказать помощь и поддержку некоммерческим организациям и помочь тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию.